Здорово всем, ребят. Не буду далеко ходить вокруг да около. Вы знаете, что где-то в декабре 2020 года на стриме с разработчиками был задан вопрос, который касался линии фронта. Мол, ребят, будет линия фронта в 2021 году и что вы вообще планируете с этим делать? Разработчики сказали, что они планируют во второй половине 2021 года вводить линию фронта, а задержка эта связана с тем, что разработчики планируют кое-что в линии фронта переделать, так сказать, ребаланснуть саму линию фронта. Мы тогда не придали этому какого-то особого значения, ну типа, ну как можно испортить такой шикарный режим, да? Но уже полгода 2021 года практически прошло, завершается у нас Стальной Охотник, режим, который всем очень понравился, но почему-то в первой половине 2021 года, после внесенных разработчиками правок, в него-то не очень-то и сильные игроки стремились играть, да? Основная претензия была, ради чего вообще мне играть в этот режим. Соответственно, ладно, давайте не будем далеко ходить вокруг да около. Мы рассчитывали, что изменения в линии фронта не будут носить каких-то кардинальных последствий, да, то есть, ну, что там, введут какие-нибудь новые расходки, которые позволят игрокам лучше играть. Может быть, как-то карты отбалансят, чтобы, ну, какой-то класс там над другим не доминировал. Ну, в общем, можно же было поработать, карты улучшить, там, добавить, может, новые карты. Короче, давайте я вам покажу, что нашли игроки в патче 1.13. Маленький спойлер там будет, вот, по которому еще рано делать какие-то прям окончательные выводы, но меня, честно говоря, эта новость сильно напрягла. Все, пошли, покажу. Смотрите, я уверен, что разработчики не планировали это нам сейчас как бы афишировать, но если мы зайдем в боевой пропуск, то здесь будет информация о том, за что можно получать очки в боевом пропуске. Можно в ранговых боях и в линии фронта получать вон за топ-5 аж целых 50 очков. Но вот если присмотреться, мы здесь увидим, что играйте на технике, блин, 8 и 9 уровня. Напомню, если кто-то не в курсе, то раньше в линии фронта игралась исключительно техника 8 уровня, и именно за это этот режим и полюбился настолько игрокам. Во-первых, заходя в линию фронта, тебе не надо с собой брать миллион голды, потому что ты знаешь, что ты будешь играть против одноуровневых танков, и ты с легкостью можешь пробить практически любой танк, с которым ты встретишься. Поэтому игроки полюбили этот режим. Ты знаешь, с кем ты столкнешься. Ты знаешь, что тебе не надо потеть против там высокоуровневой техники. Равный режим для всех. Да уж я молчу про то, что в этом режиме отлично заходили премиум танки. Более того, некоторые премиум танки, которые в рандоме не котировались в линии фронта, не то что котировались, а даже очень себе хорошо котировались и позволяли игрокам фармить. Много фармить, эффективно фармить. В конце концов, получать удовольствие от игры. И если разработчики, играйте на технике 8-9 уровня, нам говорят, давайте так, чтобы раньше времени не поднимать панику. Если восьмерки будут играть исключительно с восьмерками, проблем нет. Если девятки будут играть исключительно с девятками на тех же картах, тоже проблем нет. Хочешь более старшего геймплея? Да пожалуйста, почему нет? Ну классно же, хочешь долбись там с девятками, хочешь играй на восьмерках фарм. В конце концов, разработчики также сказали, что у них есть много планов насчет акционной техники 9 уровня, когда им задали вопрос, на кой хрен вы столько акционных танков 9 уровня сейчас тестируете. Вот, пожалуйста, там катайтесь. Но если это будет куча мала из танков 8-9 уровня, то у меня простой вопрос. Значит, я выбираю режим линия фронта, да? Вот выбираю режим. Это не рандом, меня не кидает там, как на глобальное, как на генеральное сражение случайным образом. То есть, заходя на линию фронта, я знаю, что я буду играть на линии фронта, да? Вот, ребята, у меня к вам вопрос, вот к вам. Значит, в вас будут бороться два человека. Первый, идя на линию фронта, вы знаете, что там будут и девятки, и восьмерки. Вы на каком танке пойдете играть? Чтобы вас девятки унижали? Или вы возьмете девятку и пойдете на девятках? Тогда спрашивается, а будут ли там вообще восьмерки, если туда, ну, здравомыслящий человек возьмет танк, ну, более сильный.
если он хочет быть более эффективным. То есть какая мотивация должна быть у игрока играть на восьмерках против девяток, осознанно, зная, что он попадет против девяток по-любому. А второй момент, вас будет бороться человек, который будет думать: «Ха, а я хочу фармить». И вы пойдете фармить, но вы не сможете эффективно фармить, потому что восьмерка против девятки заведомо менее эффективна, чем восьмерка против восьмерки. Более того, ваш фарм будет ниже, потому что вы должны будете постреливать голдой вместо, ну, стандартных бронебойных снарядов, если не хотите, чтобы, ну, грубо говоря, над вами девятки уж совсем измывались. Ну вот и получается, что на кой фиг идти в отдельный режим фармить, например, если я хочу... Вот, давайте будем честными. Линию фронта, вот, ребят, поставьте лайкос, если вы считаете, что линия фронта нужна для того, чтобы в ней фармить на премах. Вот такой прямой вопрос. Если вы со мной согласны, ставьте лайкос. Если не согласны, если линия фронта это исключительно фан и все остальное, вот убрать оттуда все награды, и вы будете играть в линию фронта, то поставьте, ну, дизлайк, наверное. Но у меня к вам вопрос. Вы хотите на линии фронта, на, в своих танках 8 уровня, играть против девяток? Я нет. И я считаю, что сейчас, пока еще нигде это официально не анонсировалось, если у разработчиков есть такие планы, стоит их втихаря просто-напросто отменить. Если вы со мной согласны, обязательно прожмите лайкос и обязательно поделитесь этим роликом где-то со своими друзьями, может быть, на своей страничке в социальных сетях, потому что, ну, практика показывает, что если это будет общедоступной информацией, то, возможно, мы сможем что-то еще пока не поздно изменить. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.